Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. Это чехол из эко-кожи для телефона Asus ZenFone Max Pro M1. То есть вот данной версии. То есть у меня есть распаковка чехла бампера на канале. То есть кому есть необходимость подобрать, посмотреть, то есть можете посмотреть и увидеть. Так, ну и поставляется чехольчик вот в таком виде. То есть, соответственно, шел из Китая достаточно продолжительного времени, около месяца. Так, ну и внутри у нас находится сам чехол. Дальше тут поролончик для прокладки и есть шнурок для крепежа его в данном варианте. То есть, ну и как видим, выполнен достаточно все качественно. То есть строчки достаточно прямые, шиты. То есть есть отдел для различной мелочевки, в том числе различных карточек. То есть можно сюда всовывать. Так, ну и давайте посмотрим, как у нас сюда умещается наш смартфон Asus. Так, достаем его из бампера. Так, внутри находится силиконовый вставка, куда утапливается. Так, ну и дальше здесь, к сожалению, то есть не защищены кнопки, то есть как видим, доступ есть, выключение. Так, дальше снизу отверстия все доступны, в том числе и динамиков, и микрофона, ну и для зарядки, и для 3,5 дюйма ушей. Так, ну и здесь тоже сверху динамик доступен. Так, в случае чего можно вот устанавливать таким образом для просмотра различного медиа-контента, то есть использовать как приставку, подставку. То есть закрывается. Фирма, кстати, TT-GoGo. Такая веселая фирма. Хотя есть и нононеймы. Кстати, ссылки на этот и на другие будут внизу видео. Для всех желающих, кого это заинтересует. Так, ну и есть шнурок. Для того, чтобы удобно было его носить. Кто еще не забыл те времена, когда у нас телефоны были вот с такими шнурками. Ну и вот в таком виде. Это все делается. Так, еще раз повторяю, то есть это кожа, эко-кожа, то есть не натуральная, ну хотя сделана вроде как под натуральную. Ну, эко-кожа. Да, кстати, с обратной стороны окна открыты для фотокамеры и для отпечатков пальцев. То есть, ну, единственное, то есть здесь с углублением надо доставать. Так, ну и давайте посмотрим. То есть, как видим, ничего не мешает для съемки. То есть и отверстия достаточно. Для использования. Так, вот такой вот чехол для смартфона Asus ZenFone Max Pro
M1. То есть, ну и 602 версии есть еще, и 601, то есть подходит. Так, всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующих видео и до свидания.